Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Z Flip 3 включить режим «Не беспокоить». В первую очередь переходим в панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку «Не беспокоить». Тыкаем по ней раз и можем переключать данный режим. Удержав на нем пальчик, можем открыть некоторые его настройки. Например, можем добавить для него расписание. В расписании можем поменять название, можем выбрать дни, в которые оно будет активно, время начала, время окончания. Также можем добавлять исключения в режим «Не беспокоить». Это могут быть вызовы от кого угодно, только от контактов, только от избранных контактов или же ни от кого. То же самое относится к сообщениям. Также могут быть абоненты «Повторный вызов», разрешение на вызов с одного и того же номера, повторяющийся более одного раза за 15 минут. Также это могут быть беседы, сигналы и звуки, будильники, звуки медиа, звуки во время касания, события календарей, напоминания. Также можем добавлять приложения в исключения. И также можем скрывать уведомления. Можем скрывать все уведомления, или же можем скрывать там только полноэкранные, только индикаторы. Можем там настраивать это. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.